Они оказались сильнее смерти, но в судьбах этих смелых мужчин навсегда оставила неизгладимый след жестокая и кровопролитная война. Война в Чечне и Афганистане. Ежегодно во Дворце культуры имени Гагарина Сергиево-Посадское районное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» проводит вечера памяти, посвященные годовщинам ввода советских войск в Афганистан и начала первой чеченской кампании. Вот уже шестой раз участники этих встреч, герои, проливавшие кровь за мирное будущее, собираются вместе и делятся тем, что невозможно забыть. Среди них семьи погибших, бойцы знаменитых 21-й Софринской и 101-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России, которые не раз проявляли свою доблесть при выполнении самых сложных боевых задач. Шесть лет назад, в канун 15-летия начала Первой Чеченской войны, мы провели первое мероприятие, именно день 11 декабря. Сегодня 6 лет, как мы делаем это мероприятие. Ежегодно в это время мы проводим мероприятия, направленные вот именно на увековечение памяти, кто погиб в Чеченской войне. И основная задача, чтобы люди знали, что такое Чеченская война. За оказание содействия внутренним войскам МВД России многим военнослужащим вручили почетные грамоты. Затем для всех гостей состоялся концерт, в котором среди прочих артистов приняли участие автор-исполнитель военно-патриотических песен Владимир Мазур, проходивший службу в пограничных войсках в Афганистане. Вечер памяти – важное событие для всех тех, кто прошел через боль горячих точек, поэтому каждый год они вновь будут собираться вместе, вспоминать ушедших товарищей, отдавших свой долг родине, и напоминать молодому поколению о том, что такое честь, долг и мужество.